Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в музей индустриальной культуры. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте смотреть музей. Друзья, пока ехал, испортилась погода. Такой ливень идет, просто капец. Вообще, вот дворники сейчас я включу. Вот, смотрите, сколько воды на стекле было. Вот. Музей находится в какой-то интересной территории. Вокруг деревья. Какие-то заборы непонятные. Вон машина поехала. Все, друзья, идемте. Итак, друзья, мы в музее уже. Вот только вошли. Посмотрите, какие интересные здесь предметы. Написано «не трогать». Это какой-то космос просто. Не знаю, что это такое. Так, и вообще здесь прикольно. Какие-то часы. Компьютеры старые. Потом, что здесь еще есть? Какая-то техника различная. Вау, телефоны, друзья, посмотрите. Телефоны. Офигеть. Вы видите? Офигеть. Сколько много телефонов. У меня вот такой вот был. Вот такой Nokia, вот видите? Вот такой серый у меня был. Да. Вау, сколько мониторов. Смотрите, сколько много. Вау, и внизу еще. Это вообще просто так название «Искра». 226. Вообще охренеть. Сколько много кнопочек, Телефоны. У меня вот дома так стоял когда-то. И здесь что-то еще. Управление смежных производств и кооперативных поставок. АЗЛК. Тоже какие-то приборы. Понятно. Пойдемте дальше. Опять телефоны вижу. Телефоны. Такие вот. Чего только нет. Виды ключей. Вау, какие. Такой красивый, да, тут вот. Так. Красота. А эти вообще старые. Сколько же им лет, интересно. Вау, колонки. А торшер часть верхняя. Что-то нету. Замки висят, друзья, посмотрите. Вот это вот весь музей такой вот. Вау, а я даже не заметил, здесь телефоны. Охренеть. Четко нету. Так, ищем свой телефон, друзья. Ищем свой телефон. Моторола. Вот это Моторола, друзья. Вот это вот я знаю. У меня такой был. Был такой телефон. Так, идемте дальше. Идем дальше, друзья, идем. Так, вау, смотрите, чего-то нету. Вау. Это футбол. Футбол. Мы такой вот футбол играли в школе. У нас был. Вау, какие кресла. Смотрите, как. Сейчас сяду. Сейчас камеру поставлю, так сяду.
Смотрите, как классно. Вот одна от часа. Видите? Привет, привет всем. Какая-то игрушка. Дельфин. Вообще. А, какая картина, друзья. Какая картина. Вау, какая красивая комната. Сервант. Стоит вот один, вот второй. Вот дальше пойдем. Столько торшеров. Какие-то картины. Вау, какой красивый торшер стоит. Просто охренеть. Телевизоры просто. Очень много всего. Книг очень много. Так, пойдемте дальше. Кино вот. Аппарат для кино стоит. Аппарат вот игральный. И вообще классно здесь. Вау, а это что за садомаза? Это вот садомаза. Вау. Там холод. Ой, кроватка, смотрите, друзья. Кроватка. Столько как... О, какие игрушки. Так, сейчас надо мне туда лечь. Сейчас я лягу туда. Сейчас лягу. Надо мне поставить камеру. Нет, вам будет мне не видно совсем. Так, вот так, наверное, надо поставить. Нет, все не будет видно. Сейчас что-то придумаю, вот так вот поставлю. Вот. Вот. Смотрите, как классно. Как классно. Кстати, вот такой ковер у моей бабушки был. Вот такой ковер. Сейчас я покажу в деревне. Такой прям, я помню его. Сейчас я покажу. Вот такой вот ковер у моей бабушки в деревне был. Вот такой вот. Охотники сидят, значит. Там собаки. Вон собаки. Штучки. Игрушки такие большие вообще. Сервант. Не открывать написано. Зеркало такое большое. О, пианино. Пианино. Ой, смотрите, как прикольно. Свечки сюда можно поставить было. Так, нормально у меня получилось. Чего только нету. Это магнитофон старый. Так, пойдемте дальше. Ну, это вообще, конечно, реально ретро. Вот это просто известие. Чего-то здесь написано. Мир Трудмай. Центр регулирования дорожного движения. Так, идемте дальше. Идемте дальше. О, мотоциклы. Пошли велосипеды. Какие-то еще стенды вот. С чем-то набиты. Непонятно, что это такое. Фото 632, 65. Молоко. Упаковки. Как раньше упаковывали. Бутылочки. Все. Так, что тут еще можно посмотреть? Вот куча. Этих мопедов. Мопеды же, если не ошибаюсь. Мотоциклы, мопеды. Машинки швейные стоят. Ремонт одежды написано. Вообще охренеть. Просто. О боже. Смотрите-ка. Охренеть.
Так, пойдемте вот в ту сторону. Ой, смотрите-ка, какие игрушки. Это вообще женщина упала, встать не может. Классные такие игрушки. Заяц. О, я опять сюда пришел, что ли? Или нет, я уже запутался, где я хожу. Вообще. Интересно, конечно, очень много различных техник, конечно. Очень много. Чего только нету. О, какой велосипед. Очень много. Машина вон стоит. Все это вот очень напоминает прошлое. Это что такое? Какой-то макет. Интересный макет. Так, пойдемте дальше. Так, дальше я не пойду, потому что там музыка играет. Меня, наверное, и так забанят. Потому что музыка играет. Из-за музыки видео могут заблокировать. Я вот хожу, где вот музыку не очень сильно слышно. Может, я еще вам покажу, что стоит на улице у них. Ну вот, смотрите, вот там вот какой-то вот мужчина стоит. Интересный. Много-много всего здесь интересного. Все, конечно, я вам показать не смогу. Просто это нереально. Вообще нереально. Вот опять пианино. Так вот, друзья, хожу, гуляю, смотрю предметы различные, что здесь есть интересного. Здесь интересного много. Жалко, конечно, что не могу показать вам все, потому что, во-первых, мне мешает музыка, во-вторых, просто это нереально. Ой, как интересно, так мило. Сейчас я вам покажу кое-что. Сейчас. Видели? Вот видите, игрушка сидит, коляска. Кресло вот такое интересное. Старые-старые коляски. Такие коляски были у всех, наверное. Вообще. А это вот делали этот, парикмахерская стояла. Что-то такая. Прически. Химия называется. Химия. Химзавивка. Так. Я дальше не пойду. Там слышно музыку. Так, слышно музыку. Ой, карта такая большая, смотрите. Вау, костюмы милиции. Такие вот были костюмы милиции раньше. А так вот. На-на-на-на-на-на. В общем, как-то так. Так, наверное, все. Надо выходить, потому что сколько можно уже все это показывать? Все не покажу все равно. Очень много различных мелочей. В общем, друзья, приходите в музей. Вам здесь очень-очень понравится. Тут можно ходить часами, можно ходить и смотреть. О, кухненька. А я даже не заметил. Вот видите, сейчас я покажу.
Смотрите, какая кухня. Чего только нету. Чего только нету. В общем, это классный музей. Мне очень понравился холодильник. А он не открывается, что ли? Прикиньте, открылся холодильник. Принять. Вот. Смотрите. Так. Это Хлепич, вроде бы. Хлепич, если не ошибаюсь. Ковры. В общем, это. Чтобы мне не упасть, как упаду на какой-нибудь предмет. В общем, друзья, ладно, все, увидимся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Мне очень приятно. Так что всем пока-пока, всех целую. Всем пока-пока, всем.